शिवनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मूलकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. यु शुड् नो देट् रामानन्द राय is a most intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вам надо отдавать себе отчет о том, что Рамананда Рай является одним из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. He said that Mahaprabhu had 3.5 most intimate associates. Говорится, что у Махапрабху было 3.5 ближайших спутника. Сварупа Дамодар. Сварупа Дамодар. Рамананда Рай. Рамананда Рай. Шики Махити. Шики Махити. And half was Madhavi. И половинка была Мадхави. Сестра Шики Махити. So Рамананда Рай, he is the incarnation of Arjuna. Рамананда Рай является инкарнацией Арджуны. But he is also the incarnation of there's a coward boy in Vrindavan among the Priyanama Sakas. Also called Arjuna. Но также среди Приянармасаков, не только среди пандавов есть Арджун, но среди Приянармасаков, друзей Шри Кришны, есть также мальчик, пастушок, которого зовут Арджуна. And also, there is one gopi named Arjuniya Gopi. И есть еще гопи, которую зовут Арджуния Гопи. So all of these Arjuns and Arjuniyas. Все эти Арджуны и Арджуния. They all appeared together in the form of Рамананда. Все пришли вместе в одном лице Рая Рамананды. But on the deepest level. Но на глубинном уровне. He is the incarnation of Radhika's very dear friend Vishakha Sakhi. Он является инкарнацией ближайшей подруги Шримати Радхарани Вишакхой. Her mood is exactly like Radhika's mood. У Вишакха Сакхи, у нее настроение в точности такое же, как у Радхарани. She was born on the same day. Она родилась в тот же день. Under the same astrological influence. Под теми же астрологическими влияниями. So Radhika and Vishakha, they are very, very close. И поэтому Радика и Вишакха, они очень-очень близки. Lalita is more bold. Лалита более дерзкая. And Vishakha is somewhat softer, same like Radhika. А Вишакха помягче, как Радика. So when Chaitanya Mahaprabhu came to this world, когда Шри Чайтанья Махапрабху прибыл в этот мир, then he is Krishna himself. Он сам Кришна. And he wants to realize the mood of Radhika. И он хочет осознать настроение Радики. So he had to go to someone who had that mood just like Radhika. И он должен был пойти к кому-то, у кого в точности такое же настроение, как у Радики. So we know that Chaitanya Mahaprabhu, he went to South India, and there in Vidyanagar on the bank of Godavari, he met with Rāmananda Rai. And received shiksha instructions from Rāmananda Rai, and by hearing the instructions of Rāmananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu began to realize more and more deeply Radhika's mood. И мы знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, в Видьянагару. Там на берегу реки Годаври Рай Рамананда давал ему наставления. И благодаря этим наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху все глубже и глубже погружался в настроение Шримати Радхарани. So you must study very carefully. Очень внимательно вы должны изучить Рамананда Самвад. Разговор между Раем Раманандой и Шри Чайтанья Махапрабху. It is one of the prans of Chaitanya Charitamrita. Это одна из пран Шри Чайтанья Чаритамриты. My Gurudev has published a commentary on Ramananda Samvad. Мой Гурудев опубликовал свои комментарии на Рай Рамананда Самвад. The explanation of Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 8. Это объяснение Шри Чайтанья Чаритамриты, Мадхи Лила, главы 8. If you want to do bhajan, then you must internalize this whole Rāmananda Samvāda. Если вы хотите совершать настоящий бхаджан, то вы должны впитать, глубоко пропитаться этим настроением Рая Рамананда Самвады. In the introduction, Śrīla Kṛṣṇaskarabhāj Gosvāmī said, Sanchāya Rāmā Veda Bhakta Vege Swas Bhakti Siddhānta Chayamritāni Gurabdhire Itāra Munāvitya Nais Yatkyaptara Nālaya Tham Prayāti. В начале этой главы Шрила Кришнаскара Госвамипад сказал: Шри Кришна has appeared as Chaitanya Mahaprabhu. Шри Кришна пришел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху. Krishna is like an ocean. Кришна подобен океану. Of rasa. Расы. And Rāmananda Rai is like a cloud. И Рамананда Рай подобен облаку. Why? Почему? Because he is Vishakha Sakhi. Потому что он Вишакха Сакхи. So he is the energy of
of Krishna. То есть он энергия Кришны. Shakti of Krishna. Шакти Кришны. So the cloud is actually not different from the ocean because the cloud has been produced from the ocean. Облако в действительности не отлично от океана, потому что облака происходят из океана. But the difference is. Но разница в том. The ocean water is salty and the cloud water is more sweet. Что вода в океане более соленая, а в облаке более сладкая. So Krishna himself does not understand the very deep intricacies of love for himself. Сам Шри Кришна не может разобраться в этих тайнах любви к самому себе. That sweet experience is there in his devotees. Этот сладкий опыт постигают его преданные. So if there's a constellation of stars called the Swati Nakshatra. Если есть созвездие звезд, которые называются Свати Накшатра. Then when the rain falls at that time. То когда дождь падает в это время, когда это созвездие на небосклоне. Then jewels appear in the ocean. То в океане проявляются драгоценные камни. So when Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu met on the bank of the Godavari. И когда на берегу Годавари встретились Рай Рамананда и Шри Чайтанья Махапрабху. It was very auspicious, like Swati Nakshatra. Это время было очень благоприятным, подобно Свати Накшатре. And when Ramananda Rai was speaking Harikatha. И когда Рамананда Рай рассказывал Харикатху. That was the rain of the Siddhantas of Bhakti. То это было временем, это время было временем дождя Сидданты Бхакти. Which are nectar, amrita. И этот дождь является амритой, нектаром. Sanchaya Rama Bedabhakta Meghe Swabhakti Siddhanta Chamritani. And when that rain of Harikatha came from Ramananda Rai, then the jewels of realization appeared in the ocean of Mahaprabhu. И когда этот дождь нектарной Харикатхи пролился из рая Рамананды, то тогда в океане Шри Чайтаньи Махапрабху проявились эти драгоценные камни в его сердце. So that's very amazing, because there were no jewels in the ocean and there were no jewels in the cloud. But by the combination of the two, the jewels appeared. Это удивительно, потому что ни в океане не было драгоценных камней, ни в облаке, но благодаря союзу двух они появились. So Harikatha is like this, it is inconceivable. И Харикатха подобна этому, она непостижима. If there's a qualified speaker and qualified hearer. Если есть квалифицированный спикер и квалифицированный слушатель. One is speaking and one is hearing. Один говорит, другой слушает. But so many jewels of realization, even either of them did not have. They will appear when the Vaishnavas meet and discuss Harikatha. Настолько много различных драгоценных камней реализации сознания проявляется, которых прежде не было. Но именно тогда, когда два вайшнава встречаются, все это золото, все эти драгоценности, они проявляются. So Ramananda Rai described the nature of bhakti starting from the very beginning, step by step by step. Рамананда Рай описывает природу бхакти шаг за шагом, начиная с самых начальных стадий. To show us, we also have to go step by step. Для того, чтобы показать нам, что нам тоже придется пройти этот путь шаг за шагом. Don't try to jump to the highest things. Не надо сразу перепрыгивать через свою уже голову, стараясь достичь каких-то высоких предметов обсуждения. A strong ego and bodily consciousness. В то время как у вас очень сильное эго, сильное материальное отождествление. One should act according to his adhikara and his level of purification. Человеку надо действовать согласно своему адхикару, своей квалификации, согласно тому уровню, на котором он находится. And very carefully and respectfully approach the higher subjects under the guidance of a qualified Vaishnava, not independently. И очень осторожно, очень аккуратно приближаться к возвышенным темам под руководством чистого вайшнава. In Vedic culture, there's something called Guru Karan. В ведической культуре существует такое понятие, как Гуру Каран. That means I will accept the knowledge Gurudev gives. Это означает, что я принимаю только то знание, которое дает мне Гурудев. And any other knowledge I don't need, I don't want. Все остальное знание где-то там на стороне, я его не знаю, оно мне не нужно. What Gurudev gives, I try to take that and try to follow it and realize it. Что Гурудев мне дает, я стараюсь понять и осознать это. This is Vedic culture. Это ведическая культура. But this is very much missing these days. Но в нынешнее время это очень отсутствует. Devotees want to just go and try to get knowledge from everywhere. Потому что преданные просто хотят независимо ходить, там почитал, тут почитал. But from this you cannot get knowledge. Но отсюда никакого знания вы не получите, если вы так будете делать. You only get some information. Потому что вы узнаете какую-то информацию. But you don't get any transformation. Но никакой трансформации вам не светит. And all this knowledge is
not in the right perspective, so you just make a kichri. И все это знание, оно не приходит под правильным углом, и у вас получается как каша в голове, как кичри. Everything is mixed up, and the tattvas don't manifest in the mind. Все смешивается, таттвы в сердце не проявляются, нет ясности. Try to follow the tradition of Guru Karan. Поэтому старайтесь следовать традиции Гуру Каран. Like Satyakama. Как Сатьякама. Once the devatas in various forms came and instructed him. Однажды деваты пришли к нему в разных формах и стали давать ему наставления. But then he went to his guru and said, "Gurudev, I want to hear this from you." Но тем не менее после этого он вернулся к своему гурудеву и сказал: "Гурудев, я бы хотел получить это знание от вас." So that example is given in the Upanishads. Этот пример приводится в Упанишадах. Ramananda Rai, he was speaking about Varnashrama Dharma. Ramananda рассказывал о Варнашрама Дхарме. Then Karmapana, offering your karmas to Krishna. Затем о Кармапане, о том, как ты всю свою деятельность, ее плоды предлагаешь Кришне. Then Sharanagati, surrender. Затем Шаранагати, предание. Then Gyana Mishra Bhakti, Bhakti mixed with Gyana. Затем Gyana Mishra Bhakti, Bhakti с примесью Гьяны. Then Prema Bhakti. Затем Према Бхакти. In Vaidhi, coming from Vaidhi and then from Raganuga. Начинающийся с Vaidhi, потом Raganuga. Then he spoke about Dasaras. Проговорил про Дасарасу, Сакирасу, Васалирасу, Мадурирасу, Мадурирасу, Радха Таттва. Радха Таттва раскрыл. Кришна Таттва. Кришна Таттва. Лила Таттва. Лила Таттва. Mahaprabhu said to him, "Please tell me what is the goal of life, but speak with praman, evidence from Shastra." Махапрабху спросил его: "Можешь ли ты рассказать мне о том, каково является цель жизни, но рассказывай с праманом, с доказательством из Шастры." So for each stage, he gave evidence from scripture. И Рай Рамананда привел доказательства из Писаний касательно каждого уровня развития преданного. So we should try to be like this. И мы такими же должны становиться. Praманик. Pramanik. A Vaishnava is pramanik vyakti. Vaishnava pramanik vyakti. An authentic person. То есть он авторитетная личность, аутентичная. They never speak anything independently. Vaishnava никогда не будет от себя зину какую-то рассказывать. Only what is written in Shastra and in the way it has been received in Parampara. Он будет говорить лишь только то, что написано в Шастре, но раскрывать это таким образом, как было научено, как его научил его гуру Парампара. So he came to the highest subject of Radha Krishna Lila. И он перешел к высочайшим темам, таким как Радха Кришна Лила. Mahaprabhu said, "This is wonderful." Махапрабху сказал, это удивительно. This is the highest thing. Это высочайшая вещь. But Рамананда Рай said. Но Рай Рамананда сказал. There is something. Ну, есть еще кое-что повыше. I hesitate to tell you. I don't know if you'll be pleased or not. Я немножко колеблюсь говорить вам или нет, потому что я не знаю, будете ли вы довольны или нет. And even for this, he did not have the shastric reference. И про это у него не было никаких шастрических доказательств. He had his own poetry. То есть это была его собственная поэзия. He's such a great poet. Он такой величайший поэт. Pahilidaga nayamko vila anutina parilo abadina gilo. This poem of Ramananda Rai describing the love of Srimati Radhika. Эта поэзия Рая Рамананды описывает любовь Шримати Радхики. When Mahaprabhu heard this, когда Махапрабху услышал эту поэзию, put his hand open on Rai Ramananda. But then when he took his hand away, he came, he spoke it anyway. Но потом, когда он убрал свою руку, Рай Рамананда все-таки договорил. And Chaitanya Mahaprabhu realized the highest truths of Radha Krishna's love. И Чайтанья Махапрабху осознал высочайшую истину о любви Шримати Радхарани и Кришны. And he said, Sadhanvina, Sadhyabastu Sadhanvina, Keho Nahi Pai, Kripakor Kahe Rai, Pavara Upai. Oh, Mahaprabhu said to Ramananda Rai, "Now I have heard about the ultimate goal of life." Махапрабху сказал Раю Рамананде, теперь я услышал о высочайшей цели жизни. But a sadhyavastu, a goal cannot be attained without having the proper sadhana. Но sadhyavastu, высочайшая цель жизни, не может быть обретена без должной садханы. So please
Kripa Koro, Kaharai, Pavaropai, Ravanandarai, be merciful to me and tell me the method of sadhana to realize this highest Mahabhava. Поэтому, пожалуйста, Рая Рамананда, будь милостив ко мне и расскажи мне о садане, о процессе достижения моей сади, так чтобы я обрел эту Махабаву. And then Ramanandarai explained the process of Raghunuga Bhakti. И тогда Рая Рамананда начал объяснять процесс Бхакти. Гопьяну Гаттабина Айшварья Гьяни Баджиле Нахипай Праджанда Нандани. Unless one will internally follow the moods of the gopis of Vrindavan, you cannot attain Krishna in Braja. Пока внутренний человек не начнет следовать настроению гопи Вриндавана, он не достигнет Кришны Вриндавана. How to do that, he explained. И как это делать, он объяснил. But the devotees in the junior stage, they cannot understand what he was saying. На начальном уровне преданности преданный не может понять, что о чем он говорит. The poetry of Ramanandarai also, it is very, very mysterious. Поэзия Рамананда-рая, она очень мистическая, необычная. For 30 years I was meditating on this, trying to understand. 30 лет я медитировал на эту поэзию, стараясь ее понять. I still cannot understand, but some things. И все-таки мне до конца не удалось ее понять, но что-то удалось осознать. By Gurudev's mercy. Малую толику, благодаря милости Гурудева. So, when Chaitanya Mahaprabhu first came to Puri, Sarvabhoma Bhattacharya could not recognize that he was the Supreme. Sarvabhoma Bhattacharya, он не понял, что перед ним Верховный Господь. But when he realized by Mahaprabhu's mercy that Mahaprabhu is Supreme Lord, Krishna himself. Но когда по милости самого Махапрабху Сарвабхаума Бхаттачарья наконец понял, что Шри Кришна это сам Верховный Господь Кришна. He said to Mahaprabhu, now you're going to South India. Он сказал, сейчас ты отправляешься в Южную Индию. When you get to Vidyanagar, you must meet with Ramanandarai. И когда ты придешь в Видьянагар, ты просто обязан встретиться с Рамананда-раем. There is no learned person, rasic person like him in the world. Нет настолько сведущего, настолько образованного, знающего расика вайшнава, чем Рай Рамананда. I used to joke about him. Я шутил о нем. Because I thought he Sarvabhoma Bhattacharya was a Mayavadi, and he thought Vaishnavas didn't have proper knowledge of scripture. Sarvabhoma Bhattacharya, он подшучивал над Вайшнавами, потому что сам он был Майявади, он считал, что Вайшнавы не понимают правильное писание. Sarvabhoma Bhattacharya was a Grihastha, but he was so learned. He had many sannyasi disciples. Несмотря на то, что сам Сарвабхаума Бхаттачарья, он был женатым человеком, грихастой, но тем не менее у него было очень много учеников саньяси. But still, he could not recognize Рай Рамананда. Но тем не менее, даже при всем этом, он не мог распознать, кто такой Рай Рамананда. But when he received Mahaprabhu's mercy, then he realized, oh, Рамананда-рай is a transcendental person. Но только тогда, когда он получил милость Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда ему удалось осознать, что Рай Рамананда это трансцендентная личность. Да я не могу его понять. What does it prove? О чем это говорит? Sarvabhoma Bhattacharya is the incarnation of Brihaspati, the guru of all the demigods. Sarvabhoma Bhattacharya является инкарнацией Брихаспати, гуру всех полубогов. So if even the guru of all the demigods cannot recognize that Mahaprabhu is God. И даже если гуру всех богов не может осознать, что Махапрабху это Верховный Господь, even being the guru of the demigods, he could not recognize that Ramanandarai was a transcendental Vaishnava. Будучи гуру всех полубогов, он не мог осознать, что Рай Рамананда это трансцендентный Вайшнав. Then how will ordinary persons like us recognize a pure Vaishnava? То как тогда чистого Вайшнава сможет распознать простой обычный человек? So, Supreme Lord and a pure Vaishnava, they only recognize by their own causes mercy on others. Таким образом можно понять, что и Верховного Господа, и чистого Вайшнава можно понять лишь по их беспричинной милости. Тапи те дейва падам буджа твоя Prashad Leshanu Gritai Rahi Janati Tatvam Bhagavan Mahimno Nachane Ekopi Chirang Chinvan. As Lord Brahma said, O my Lord, unless one is blessed with a slight trace of your mercy, then no one can understand the tattvas
the truth of the Supreme Lord and His devotees, even if they study the Vedas for thousands of years. Господь Брахма сказал, что о мой Господь, даже те личности, которые наделены обширным знанием, но лишены милости Твоего Вайшнава и Твоей милости, они не могут при всем своем глубочайшем изучении Писаний постичь, кто такие эти личности. Another point. Другой момент. Рамананда Рай was born in a caste, the Karan caste. Рамананда Рай принадлежал Карана касте. In Bengal there's a caste called Kayastha. В Бенгале есть каста, которая называется Каяста. They are actually Shudras. Они технически принадлежат категории Шудр. The lowest caste. То есть к нижайшей самой прослойке общества. But they are very shrewd, so they generally get engaged in government administration. Но они очень-очень такие смышленые, и обычно они занимают посты в правительстве. So the equivalent of the Kayastha caste in Orissa is called the Karan. Эквивалент касте Каяст в Ури называется Караны. So Рамананда Рай was born in that caste. И Рай Рамананда родился в этой касте. The lowest caste. В самой нижайшей касте. Why is incarnation of Vishakha Sakhi? Почему он же инкарнация Вишакхи Сакхи? So the Supreme Lord Himself wanted to teach by making His highest caste devotee appear in the lowest caste. The Supreme Lord wanted to show the whole world that bhakti is not dependent on anyone's birth, race, gender or social position or anything. Таким образом, когда величайшие преданные Господа, Его близкие спутники из духовного мира приходят в этот мир и рождаются в самом низкокастовом обществе, таким образом Господь хочет показать, что бхакти не зависит ни от какого ни рождения, ни положения, ничего, ни образования и так далее. Ате вишну шула шиладе гуру шу нарапмати вайшнава джати будхи са нараки саха. The scripture said that if a person thinks that the deity is made of stone. Писание говорит, что если человек думает, что писание, что божество это камень, что он состоит из камня. That Guru Dev is an ordinary human being. Или что такой человек может думать, что Guru Dev это простой смертный. Or that a Vaishnav belongs to a mundane worldly caste. Или что Вайшнав может принадлежать к мирской обычной касте. Then that or that the sound of God's name is ordinary sound. И что вот так тоже может думать человек, что имя Бога это просто обычное мирское слово. Then such a person is, though they are in this world, they already became a resident of hell. They have their visa and everything ready to go. Несмотря на то, что такой человек, он все еще присутствует на этом земном плане, но он уже на самом деле резидент адской планеты, у него есть виза, уже все, билеты оплачены, отель забукинирован, все готово для него там. So, Mahaprabhu said, Mahaprabhu сказал, Ей бадзе се бада. Abhaktahinacha Krishna Bhajani Nahi Jati Kuladi Vichar. One who is doing bhajan is great. Тот, кто совершает бхаджан, великая личность. And all others are contemptible. А все остальные достойны порицания. Because in the realm of Krishna bhajan, there is no consideration of birth, dynasty, race, caste or anything. Потому что в обители Шри Кришны нет никаких представлений о том, откуда ты, где ты родился, какой касте ты принадлежишь, аристократ или нет. So on this day we're remembering Rai Ramananda. И в этот день мы помянем Рая Рамананду. We have a great debt to him. Мы в долгу перед ним в неоплатном. Because he is the root of all of our receiving the transcendental knowledge of Bhakti Rasa. Потому что он является коренной причиной того, что все мы получаем Бхакти Расу. In Chaitanya Charitamrita he said, Рамананда посиджата сиданта шли шунила. Prabhu Rupe Kripa Kari Sabhasham Charila. В Чайтанья Чаритамрите говорится. When Chaitanya Mahaprabhu met with Rupa Goswami. Когда Махапрабху встретился с Рупой Госвами. Then whatever Chaitanya Mahaprabhu had heard from Ramananda Rai, that's what he taught to Rupa Goswami. То все, что Шри Чайтанья Махапрабху получил ранее от Рая Рамананды, всему этому он научил Рупу Госвами. So then Rupa Goswami wrote Bhakti Rasamrita Sindhu Ujvanila Mani Lalit Madhav Vidagdha Madhav. He was empowered by Mahaprabhu, but where did Mahaprabhu get it from? Рамананда Рай. И затем, после общения с Махапрабху, Рупа Госвами Пад написал Бхакти Расамрита Синду, Уджвала Мани, Лалит Мадав, Видагдха Мадав. Но откуда он все это почерпнул? От Махапрабху, который в свою очередь взял все это от Рая Рамананды. So the glories of Рамананда Рай are unlimited, but we had a very, very short time today. Безгранично, но у нас, к сожалению, сегодня такие ограничения по времени есть. На другом фестивале, в течение всего фестиваля, мы должны будем с вами обсуждать весь Рай Рамананда Сангха. But at least today take some time
You can read Gurudev's book. If you don't have Gurudev's book, Ramananda Sambhava, all Gurudev's books are online for free. По крайней мере, хотя бы сегодня уделите время, почитайте эту книгу моего Гурудева, Рай Рамананда Самбад. Если у вас нет этой книги, найдите в интернете, ее можно спокойно скачать, она в свободном доступе. My Gurudev, he never wanted anyone to control the publication and distribution of his books. Мой Гурудев никогда не хотел, чтобы его книги были контролируемы в печати, в распространении. He said it's free for everyone. Он говорил, что эти книги, они для всех. So he made all his books available for free online. И поэтому он все свои книги выложил онлайн, чтобы все их могли читать. And also, I was one of his translators. Я был одним из его переводчиков. So I had to sign one legal document. И я должен был подписать один легальный документ. That you give up all ownership over your translation. Что никакие, ну то есть все права отменяются, никаких личных прав не остается, то есть все свободно можно копировать. And Gurudev established not copyright on his books. И Гурудев не писал копирайт. There's one legal thing, it's not called copyright, it's called copyleft. А в Гурудеве все книги назывались copyleft. It's a C in a circle, but backwards the other way. То есть это как другой стороной буква C в слове копия. That means that anyone, anywhere in the world, любой, по всему миру, they are free to print his books. Спокойно может печатать его книги просто так. On one condition, при одном условии, they don't change anything, that's что они ничего не будут менять. Вот это было единственным условием. So, by hook or by crook, try to get a copy of the book. Поэтому так или иначе старайтесь приобрести копию книги. Ramananda Sambhava and read it today. Рай Рамананда Самбад, попробуйте почитать сегодня. To honor the great Ramananda. Для того, чтобы выразить свое почтение, свое уважение великому Рай Рамананде. But we'll just have one small kirtan. Ну, маленький киртан мы все-таки споем. We have just done a Vedic ceremony. Мы были только что на ведической церемонии. So in Vedic ceremonies it's very complicated. Ведические церемонии, они очень такие сложные по своей сути. In a Vedic ceremony, even if you just make one syllable wrong. В ведической культуре считается, что даже если ты в одной мантре один слог неправильно произнесешь, then the opposite result can come. Значит, придет полностью противоположный результат. Like Twasta, he did a yagya to produce a person who would kill Indra, but he said that one syllable wrong. And he ended up with the person who would be killed by Indra. Таким образом, Твасова, вот его история показательной является в этой связи, потому что он произносил мантры для того, чтобы появилась личность, которая могла бы послужить Индре, убив кого-то, а произнеся неправильно лишь один слог, он создал ту личность, которая представляла опасность для самого Индры. But in Srimad Bhagavatam it is said, Mantratas, Tantratas, Chidram, Desha, Kalaha, Vastuna, Savam Karoti, Nischidram, Harinamano Kirtanam. Но в Шримад Бхагаватам говорится. If there's any fault in the mantra, is it, or in tantra, the procedures, если есть какой-то изъян в мантре, в тантре, в процедурах всяких any fault in the ingredients or the place, в ингредиентах, в месте, but still, the whole ceremony becomes Sarvam karoti nischidram, completely faultless. Но тем не менее вся процедура, вся церемония становится непогрешной. How? Харинам анукиртанам, just by Харинам Санкиртанам. Каким образом? Лишь благодаря Харинам Санкиртанам. Сила Гурудев ки джай!